Приветствую всех любителей головоломок. Сегодня анбоксинг. Достаточно интересная, неофициальная головоломка здесь представлена будет. Новинка от компании Yuxin. Совместное производство с Грегом Феннингом. Ну, вернее, это изобретение того самого Грега, который несколько лет назад он произвел. Это, по всей видимости, используя 3D принтер. Ну, компания Yuxin выпустила в массовое производство. Что мы видим? Это лишнее. Ну, упаковочка так себе. Не очень аккуратная. Коробочка. Сам куб и подставка. Так, здесь есть некая такая вещь, если что-то в ней. Ее нам нужно проверить. В ней пусто. Ну, на удивление, нет инструкции по сборке. Так, что же это? Ну, мы видим логотип Грега, логотип Yuxin. Это у нас мульти. Когда Грег Феннинг придумал эту головоломку, он назвал ее мультикуб. Это было достаточно давно. Люди научились ее, по всей видимости, собирать. Те редкие экземпляры, которые могли достать. Теперь этот продукт будет доступен массовому пользователю. Что же это такое? Мы видим скьюб, который есть дополнительные слои, а внутри как бы шарик 3×3. Данная головоломка должна была выпускаться в разных цветах, то есть цвет пластика различный. Когда покупал я, в наличии был только черный. Аналогию можно провести с кубом от OneOne мастерски. То есть здесь есть похожие моменты. То есть центр здесь, центр, видимо, здесь. Ну или вот это, скорее всего. Уголок, уголок, ребро, ребро. Вот лепесток, лепесток. Ну, то есть при вращении у нас поворачивается. Раз, два, три. 4 угла, 3 центра, ну и несколько лепестков и ребер. Я так понимаю, что сборка будет чем-то похожа на мастерский. Как раз сегодня собирал. Достаточно интересная, забавная головоломка. Сложнее, чем Rex Cube. Ну, давайте оценим новинку. Для начала размер. Ну, чуть больше мастерскьюба. Да? 61 мм показывает мой китайский штангель циркуля. Да, где-то так. Ну, 61-62, наверное. Вращение. Для такой сложной головоломки достаточно приятное, гладкое. Я вспоминаю свой мастерскьюб, когда я его только достал из коробки, он еле-еле вращался. Ну и сейчас он подразработанный, ну, достаточно шумно, и с некоторым усилием вращается. Мультискьюб, мягонько, гладенько, нежно поворачивается. Я, наверное, не рискну его сейчас перемешать, поскольку я пока еще не представляю, в какой последовательности именно его собирать. Меня беспокоят вот эти центры, которые в виде маленьких шариков 3×3. При повороте одного слоя у нас три элемента внутренние тоже поворачиваются. Можно догадаться, что некоторые из элементов фиксированы,
судя по всему, именно уголок этот вот будет перемещаться все время вместе с этим ребром. Это я пока так предполагаю. Может и нет. Ну, какая-то зависимость здесь есть. Очень легко вращается. Очень. Конечно, беспокоит вот эти вот маленькие наклеечки. Они пока все целые, но, по всей видимости, могут отлетать. Где-то в каком-то видео я это заметил. По-моему, когда сам Грех презентовал массовую версию своего мультискьюба, у него как раз и отлетела какая-то наклейка. Головоломка не самая простая, по всей видимости. То, что тот же Master's Cube не относится к категории очень простых головоломок. Это вам не какой-то там Mirror или Axis Cube. Это посложнее. Он даже сложнее, чем Rex Cube. Хотя Rex Cube не сильно сложная головоломка, но там нужно немножко подумать, чтобы разобраться, как его собирать. Поэтому алгоритмов практически нет. Этот центр 3x3. Его либо сначала собирать, либо в конце собирать. Ну, с этим будем разбираться обязательно. Сегодня попробуем что-то на нем изобразить. Возможно, сделаем пиф-паф. Уже страшно. Раз. Два. Видимо, поменялись три элемента внутреннего. Здесь так. Лучше я это сделаю отдельно и без камеры. Цвета яркие, флуоресцентные, насыщенные, приятные. Качество пластика вполне хорошее. Кручение, как я уже сказал, мягкое и приятное. Меня радует эта головоломка. То есть я всегда рад, когда на рынок выходит что-то необычное, новое и интересное. А на самом деле головоломка, как я уже говорил, не очень новая, но я с ним был еще не знаком, и массовый пользователь, по всей видимости, тоже. Если у кого уже есть мультискьюб, пишите об этом, сообщайте, как вам понравилось или не понравилось данное произведение. Я же попробую в нем разобраться. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.